Всем привет, с вами Бивер и настольные игры, и сегодня на обзоре отличная, по моему мнению, евростратегия, использующая механику колодостроения и менеджмента ресурсов – Concordia, за авторством Марка Гуса, который является также автором серии игр с механикой Рандель, Imperial 2030 и мною любимый Навигадор. И в принципе, хоть на первый взгляд Concordia лишена этого, благодаря тому, что в ней есть колодостроение, чувствуется некий отголосок данной механики. Concordia занимает 21 место в списке игр на сайте Board Game Geek, и хоть истории в ней как таковой нет, но по ходу партии игрокам все же предстоит посылать своих колонистов и корабли в различные провинции, строя там дома и добывая товары в данных провинциях. А все это будет происходить с помощью розыгрыша карт персонажей. В общем, на канале Beaver Games очень давно, во время становления самого канала, уже был обзор на настольную игру Concordia, но то было PNP. Да и кто так далеко мотает список видео. Так что взглянем на Concordia еще разок, возможно, под другим углом. Ну а с вами канал Beaver Games, итак, поехали. Данный видеоролик выходит при поддержке магазина настольных игр Geek at Shop. Огромный выбор игр, скидки и промокоды в соцсетях, а также фигурки и комиксы, и все это в одном месте. Топовые настолки всегда по выгодной цене. Ну а если вы хотите сэкономить еще больше, то при покупке любой игры в магазине вы можете использовать промокод BEAVER10 и получить 10% скидку на покупку. Ссылки в описании. Перед началом игры каждый игрок получает свой планшет, на который необходимо ему разместить 4 своих колонистов. 2 сухопутных, а также 2 морских. Кроме того, каждый игрок получает свои стартовые ресурсы. Персональную колоду карт, а также в зависимости от порядка хода первый игрок получает 5 секстерций, второй 6, третий 7, а четвертый 8. Последний игрок также получает еще и карту Prefectus Magnus, которая дает определенный бонус, о котором мы поговорим чуть-чуть попозже. Также каждый игрок получает и специальную карту-подсказку, которая в данной игре довольно-таки важна и очень сильно помогает во время партии. Поле в игре двухстороннее, в зависимости от количества игроков. Данная сторона используется на 4-5 игроков, а данная сторона на 2-3 игрока. Вся подготовка довольно удобно расписана в данном буклете, в котором показано полностью все, что нужно сделать перед началом партии. Однако мы сейчас пробежимся буквально быстро, чтобы было всем все понятно. Сперва на каждый из городов необходимо выложить жетон города в соответствии с буквой, которая написана на данном жетоне и на данном городе. После того, как все жетоны лежат на своих местах, необходимо выложить жетоны товаров на каждую из провинций. Для этого нужно посмотреть на саму провинцию, которая выделена цветом, и определить самый дорогой товар, который находится там. Давайте, к примеру, возьмем Умбрию. Это 7-я провинция. Она находится у нас вот здесь вот. И, соответственно, нужно посмотреть. У нас здесь есть 2 пшеницы и 1 ткань. Пшеница стоит у нас 4 монеты, ткань 7. Соответственно, мы выбираем самый дорогой 7 ткань и выкладываем жетон ткани на данную провинцию. Таким образом, нужно сделать для каждой из провинций и выложить жетоны на вот этот вот трек. После этого необходимо подготовить колоду персонажей. Она у нас делится с цифрами от 1 до 5. В зависимости от количества игроков за столом необходимо убрать те стопки, которые не соответствуют цифре количества игроков. К примеру, у нас 2 за столом. Мы выбираем колоду с 1 и 2, а 3, 4 и 5 убираем из игры. После этого выкладываем 7 карт на данный трек. Дополнительно каждый игрок ставит свой маркер на деление 0, а также по одному колонисту морскому и сухопутному в город Рим. Столицу республики. Все действия в игре игроки производят с помощью розыгрыша карт, которые входят в стартовую колоду и которые он будет приобретать по ходу партии. Каждый раунд игрок должен разыграть одну карту с руки и выполнить соответствующее действие. Итак, давайте разберемся, какая из карт дает какие действия. Для удобства я положу планшет игрока на само поле. Итак, первая карта, которую можно разыграть, это архитектор. Архитектор позволяет перемещать своих колонистов, а после строить в городах дома. Каким образом это происходит? Количество действий перемещения игрока зависит от количества колонистов в игре, причем все равно, какие они, сухопутные или морские, считается общее количество. То есть каждый из колонистов может переместиться либо на 2 города, либо же каждый по одному в данном случае. Перемещение происходит по специальным линиям, которыми соединены города. Морской, соответственно, перемещается по синим линиям, ну а сухопутный по коричневым. Ну, к примеру, давайте сделаем так, что у нас перемещаются они вот таким вот образом. После того, как перемещение совершено, игрок может построить по одному дому в каждом из городов, в котором находится его колонист.
Для этого стоит воспользоваться данной подсказкой. На ней указывается, какова стоимость каждого из городов в ресурсах и монетах. Ну, все в принципе довольно-таки просто. По ресурсам это выглядит следующим образом. Чтобы построить дом в городе с кирпичом, необходимо заплатить пшеницу как ресурс и одну монету. Ну а для того, чтобы построить дом в любом другом городе, в который не производит кирпич, нужно заплатить кирпич и тот ресурс, который будет производить данный город. То есть, к примеру, если это пшеница, то мы должны уплатить один кирпич и одну пшеницу, а также еще и две монеты. Ну а более опытные игроки уже автоматически могут высчитывать цену строительства, вычитая две монеты из рыночной стоимости каждого товара, строя дом в соответствующем городе. Однако цена на строительство не всегда стандартна. Если же игрок хочет построить дом в городе, в котором уже стоит хотя бы один дом, он должен будет увеличить цену в монетах за постройку данного дома. Каким образом это происходит? Игрок уплачивает все так же ресурсы, которые требуются для данной постройки. Ну, это один кирпич и одна пшеница. А после он смотрит, сколько домов будет после постройки своего дома в данном городе. Ну, соответственно, их будет 2. И это является множителем для количества монет, которые необходимо уплатить. То есть, если бы это был бы первый дом, он бы уплатил 2 монеты, а так как это второй дом, это множитель 2, 2 на 2, 4 монеты. Персонаж-префект позволяет переворачивать жетоны в каждой из провинций и получать те товары, которые изображены на данной провинции, а также активировать производство в определенной провинции. Ну, к примеру, если же я разыграю префекта, я могу перевернуть абсолютно любую провинцию и получить тот ресурс, который указан на данном жетоне. Ну, к примеру, если бы я перевернул Венецию, то я бы получил одну ткань. Ну а если бы у меня была бы карта Prefectus Magnus, то я при переворачивании одного из жетонов и получении ресурсов, я получил бы двойной бонус. К примеру, переворачивая данный жетон в Лигрии, я бы получил 2 металла. И данная карта сразу же перешла бы к игроку, находящемуся справа от меня. Кроме того, если переворачивается одна из областей, в которых находятся уже дома игроков, ну, к примеру, это будет Умбрия, я переворачиваю ткань и, соответственно, получаю одну ткань. Однако также активируются еще и дома, которые находятся в каждом из городов. К примеру, у красного и желтого игрока находится по дому в городе с пшеницей. Так что каждый из этих игроков получает по одному жетону пшеницы. Однако, если на складе игрока больше нет ячеек для получения ресурсов, соответственно, он их получить и не может. И разместить их сюда также. Кроме того, используя префекта, можно не получать товары, а можно получить монеты. На каждом жетоне у нас есть лицевая сторона, на котором нарисован определенный товар, а также тыльная сторона, на которой нарисованы монеты. Так вот, игрок может перевернуть все жетоны, на которых нарисованы монеты, и получить столько монет в свой банк. Соответственно, 2 монеты, 3, 4. Игрок получает 4 монеты за переворачивание этих 3 жетонов. Персонаж-торговец позволяет получить 3 секстерции, это сразу же игрок получает, а кроме того он позволяет продать, либо же купить по одному типу товара. Ну, к примеру, тут можно продать 2 вина, цена у нас указана вот здесь, вот это 12 монет, а после этого можно купить 2 кирпича, которые стоят у нас 3 монеты каждый, соответственно уплачивается 6 монет, и игрок получает 2 кирпича. Персонаж-сенатор позволяет купить до 2 новых карт персонажей со специального трека. На данном треке лежит у нас 7 различных персонажей, которые можно добавить в свою колоду и использовать по ходу партии. У каждого из персонажа есть специальная цена, указанная в товарах. Некоторые карты требуют всего один товар, ну а некоторые сразу 2. Приобретая определенную карту, игрок должен уплатить тот товар, который указывается на самой карте, плюс по товарам, которые указываются в зависимости от ячейки. К примеру, вторая ячейка требует любой товар, а вот последняя, 7-я, 2 определенных товара и это ткань. Уплачивая товары и покупая карту, игрок сразу же забирает ее себе на руку. После того, как карта была куплена, все карты смещаются. И на трек выкладывается новая карта. Персонаж-дипломат позволяет скопировать свойства любой верхней карты в одной из стопок сброса другого игрока. Ну, к примеру, если бы сейчас игрок использовал дипломата, он бы скопировал свойства верхней карты, лежащие у красного игрока, это сенатор, и смог бы купить еще дополнительно карты.
Последней базовой картой в игре у каждого игрока является трибун. Трибун позволяет возвращать все карты из стопки сброса и получать за это еще и монеты. Каким образом это происходит? Игрок снимает три карты, отсчитывает три карты из стопки, включая трибуна, а за каждую последующую он получает по одной монете. В данном случае это 5 монет. Кроме того, трибун позволяет еще и создавать новых колонистов за одну пшеницу и один металл в городе Рим. Причем неограниченное количество можно создавать данных колонистов за один ход. Главное, чтобы хватило ресурсов. То есть игрок сбрасывает данные ресурсы и после выставляет одного из своих колонистов. Причем это может быть как морской колонист, так и сухопутный. Не имеет абсолютно значения. Как только колонист будет выставлен на поле, у игрока освобождается еще одна ячейка для того, чтобы размещать товары на склад. Кроме того, первый раз разыгрывая трибуна, игрок должен произвести подсчет очков. Как же он происходит? Внизу каждой из карт у нас указывается специальное божество, которое приносит очки в зависимости от неких достижений игрока. Сперва игрок распределяет все свои карты по типам божества, которые есть у игрока. Ну и первое это карта Веста. Она есть у игрока всего в единичном экземпляре, и она дает одно очко за каждые 10 монет, что есть у игрока. У игрока сейчас 10 монет, он получает 1 очко. Дальше Юпитер. Юпитер приносит по 1 очку за каждый город без кирпича, в котором у игрока уже построен дом. Ну это, к примеру, один у желтого это вино, ткань и пшеница. Причем каждая из карт дает по 1 очку за каждый из домов. То есть 2 умножается на 3 и игрок получает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 очков. Сатурн приносит очки за наличие домов в определенных провинциях. Чем больше провинций будет у игрока, тем больше очков он и получит. В данном случае желтый игрок присутствует в 4 провинциях. Это Корсика, Умбрия, Кампания и Апулия. Итого, каждая карта приносит по 1 очку за каждую из провинций. Это 4 за эту карту и 4 за эту карту. 8 очков. Марс приносит очки за каждого колониста, что есть у игрока, причем по 2 очка за каждого. У желтого игрока уже 3 колониста, итого это 6 очков. Меркурий же приносит очки за типы товаров, которые производятся у игрока в различных городах. Причем за различные типы, за каждый тип он приносит по 2 очка. Итого у игрока производится кирпич, ткань, вино и пшеница. Это 4, 4жды 2, это 8 очков. Кроме того, есть еще божество Минерва, которое приносит очки за определенные города, которые указаны на данных картах. К примеру, каменщик приносит по 3 очка за каждый город, в котором построен у вас дом с камнем. Соответственно, у игрока на данный момент построено 1, 2, 3, 3 дома в городах с камнем, и это 9 очков. Рано или поздно каждому игроку придется в первый раз разыграть карту трибуна и произвести первый подсчет очков. Как только каждый игрок получил очки, первый игрок, кто набрал наибольшее количество очков, получает 2 монеты, второй 1, но остальные игроки не получают ничего. Ну а сейчас давайте взглянем на остальные карты персонажей, которые еще есть в игре. У нас есть специалисты, которые относятся к каждому из городов по производству. Это каменщик, это фермер, это кузнец, это винодел и ткач. Данные персонажи позволяют получать очки, точнее, данные персонажи позволяют получать ресурсы по городам, в которых производится их ресурс. К примеру, каменщик позволяет получить по 1 ресурсу камня в каждом из городов, в котором находятся ваши дома. К примеру, в данном случае у игрока есть дом здесь в камне, здесь и здесь. Разыгрывая каменщика, он получит 3 камня на свой склад. Кузнец, соответственно, производит то же самое, только относительно металла. Колонист позволяет помещать новых колонистов в города со своими домами, каждого за 1 пшеницу и 1 металл. То есть это можно сделать следующим образом. Уплатив 1 пшеницу и металл, игрок может сразу же разместить своего колониста в любой город, в котором находится его дом. Ну а если этого игрок не хочет делать, вместо этого он может получить 5 секстерций плюс по 1 за каждого из колонистов, что есть у него на поле. То есть в данном случае это 9. Кроме всего прочего, в игре также есть и улучшенный торговец, который позволяет получить 5 монет при розыгрыше, ну а свойство в принципе остается неизменным – продать и купить до 2 типов товаров. Ну и последним доступным персонажем в игре является консул, который позволяет купить всего 1 карту, но однако игнорируя дополнительную стоимость, которая указывается внизу под каждой картой.
Как я уже говорил, свой ход игрок должен выбрать одну из карт на руке, разыграть ее и в зависимости от ее свойства перемещаться по провинциям, строить дома и торговать товарами. И все это происходит до момента, когда наступит конец игры. А он наступает в двух случаях. Либо же игрок покупает последнюю карту с трека, и таким образом он заканчивает игру и получает специальную карту, которая приносит ему 7 очков. Ну а каждый другой игрок может совершить еще по одному ходу, и начинается финальный подсчет очков. Либо же это может случиться следующим образом. Если же игрок построит все свои 15 домов, в том случае также игрок получает карту, которая приносит ему 7 очков, и каждый последующий игрок также делает еще по одному ходу, и игра оканчивается. В конце игры перед финальным подсчетом игроки продают все свои товары по рыночной стоимости. Ну а после того, как товары были проданы, игроки производят финальный подсчет очков, который я уже, в принципе, показывал перед этим, по картам, которые есть у игрока, ну и достижениям, которые они смогли сделать. То есть по домам, по монетам, за производство, за колонистов и за специальные карты специалистов, которые приносят очки. Ну и также тот игрок, который набрал наибольшее количество очков, объявляется победителем. Ну а если же будет ничья, то игрок, у которого есть карта Prefectus Magnus, и объявляется победителем. Конкордия — это евро. Конечно, не настолько, как, к примеру, та же Санта-Мария, но и особой тематики, конечно, здесь немного. Но все же, все мы любим евро именно за механики и их совместную работу, которая в Конкордии выше всяких похвал. Колдостроение отлично вносит разнообразие, давая выбирать направление для определенной стратегии, подбирая нужных персонажей. Кроме того, эти же карты и приносят все очки в конце игры, а точнее множитель для их получения. И игрокам предстоит учитывать этот факт тоже, играя в партии. Ближе к концу игры карты начинают разлетаться, как горячие пирожки, так что нужно успевать вскочить вовремя в поезд. В Конкорде очень хорошо сбалансирован выбор направления по стратегии. Игроки могут вкладываться в постройку домов в различных провинциях, получать очки за различные типы товаров, за создание колонистов или количество денег. Однако, хотя по ходу партии хочешь не хочешь развитие происходит по всем направлениям, нужно все-таки точно определить направление, и оно как раз и задается картами персонажей, а точнее божествами, что написано на данных картах внизу. Так что правильный выбор карт относительно своих достижений при постройке городов – самый важный аспект в игре. И вряд ли получится победить в игре наобум, выбирая карты с трека и просто строя в городах дома, тем более против хотя бы среднего оппонента. В общем, впервые я попробовал Конкордия где-то 5 лет назад, практически сразу после ее выхода. И оставила она довольно-таки спорное впечатление. Вроде и механики неплохие. Ну, сеттинг какой-то, конечно, плоский. Но сейчас, спустя 5 лет, могу сказать, что она для меня... Ну, просто отличная, причем к этой игре есть и множество дополнений, большинство из которых это просто, конечно, поля, ведь новое расположение провинции полностью меняет не только стратегии, но и весь ход игры, как в том же билет на поезд. Однако последний доп — это Конкордия Венус, которая вводит не только новые поля, но и новых персонажей. В общем, как-то так. На этом все. Если вам понравилось данное видео, ставим палец вверх, подписываемся на канал и оставляем комментарии под видео. Любите настолки, играйте в них. Ну а с вами был Бивер и канал Бивер Геймс. Еще увидимся!